видел цель. Она была понимает вам. Проверим, не пробьет. Сбрасывай. Заткнись и дерись! У тебя был шанс. Ведьма. Я так ждал тебя. Почему? Хотел тебе кое-что сказать. Позже. Когда ты будешь умирать? Ну давай, покажи мне.
Так что ты хотел мне сказать? Авалак обманул нас обоих. Он стравил нас, а сам забрал Цириллу. Я тебе не верю. Знаешь? Я знаю только, что Авалак нас, возможно, предал. Что там? Шторм? Геральт, смотри. Что происходит? Сама не могу в это поверить, но ворота между мирами открыты. Надо добраться до башни. Быстро. Мы должны остановить Авалакха, пока не поздно. Что нас там ждет? Если верить книгам, законы природы перестанут действовать. Тяготение, время. Весь Ундвик станет с ног на голову. Ты, наверное, несколько травматизируешь? Нет, ничуть. Началось сопряжение сфер. Миры соприкоснулись и проникают друг в друга. Авалак может этим воспользоваться, чтобы перенести сюда Айн Эйви. Или нечто куда худшее. По крайней мере, мы знаем, где их искать. Да. Давай за мной. И не расслабляйся. Не будь мы. Цири, чего Авалак от нее хочет? Наверное, того же, что и Редин. Собирается использовать, чтобы открывать ворота между мирами. Тюрьмо. Землетрясение? Надо спешить. Вот дверь. Этот корабль сейчас в щепки разлетится. Прячемся в долине с той стороны, давай! Редуга.
Король Дикой Охоты был побежден, но история Цири и ее необычайного дара еще не окончилась. Благодаря помощи чародеек ведьмак установил, что Цири и Авалак находятся где-то на острове Ундвик. Геральт и Йеннефер отправились на поиски. Башню магическим барьером. Сможешь его снять? Снять? Нет. В лучшем случае я сделаю в нем пролом. Но только на минуту, потому что нельзя... Короче, Ян, мы войдем оба? Нет. Ты пойдешь один. Я вернусь к тебе с Цири. Ясно. Агарет! Фейерганы Агарет! Давай, Геральт! Со мной все в порядке. Иди, иди. И передай Авалак мой пламенный привет.
Я надеялся, что тебе не придется этого видеть. Где Цири? Недалеко. Послушай. Заткнись. Я уже наслушался твоей брехни. Берись за оружие и покончим с этим. Пощажу? Я думаю, что ты не нападешь на безоружного. Я не был бы так уверен, у меня очень плохое настроение. Я тебе не враг. Я просто помогаю Цири. Я не верю тебе. После всего, что случилось, я просто не могу тебе верить. А мне? Авалак говорит правду. Я попросила, чтобы он помог мне открыть башню, потому что я хочу туда войти. О своих планах ты решила не предупреждать? Знаю, знаю, я должна была сказать. Но я боялась, что ты не поймешь. Похоже, у Йеннифер подросла достойная смена. Пойдем отсюда, прошу тебя. Позже, Геральт, когда я вернусь из башни. Если вернусь. Зачем тебе туда? Дикая охота повержена. Но не белый хлад. Предания говорят правду. Я видела миры, скованные льдом. Я видела, что вас ждет. Только старшая кровь может остановить белый хлад. Только я. Обязательно приносить себя в жертву. Ты ошибаешься. Белый хлад неизбежен. Он идет, вымораживая один мир за другим, уничтожая всякую жизнь. Только я могу остановить разрушение. Я долго думала об этом и уже все решила. Должен же быть другой выход. Что ты знаешь о спасении мира, дурачок? Ты же простой ведьмак. Это моя история, не твоя. Позволь мне ее закончить. Не поступай так со мной. Прошу. Не сейчас. Геральт, поверь мне, я бы хотела поехать с тобой в какую-нибудь корчму, пить глинтвейн, сушить сапоги. Но я не могу. Я должна попытаться. Ради тебя, Йен, Трис, всех. Держи за меня кулаки. Thank you.
Прошу за мной. Господин капитан! Докладывай. Новиградской делегации до сюда полдня пути. Как спешат-то. Возвращайся на пост. Слушаюсь. Ну что там с иерархом Новиграда? А что с ним? Выход на заслуженный отдых? Или сразу в Дарн-Руах? В его возрасте путешествие было бы непредсказуемым и дорогостоящим. Угу. Его величество ждет. Довольно. Говори. Цири мертва. Как это случилось? Знаешь пророчество о Белом Хладе? Цири попыталась его предотвратить. Ей удалось, но она заплатила за это самую высокую цену. Где тело? Не думаю, что его когда-нибудь удастся отыскать. Кто еще знает? Авалак, эльфский знающий. Но его ты тоже вряд ли найдешь. А Йеннифер? Она решила остаться на севере, если у тебя нет возражений. Нет. Что ты? Меня кое-кто ждет. Трис Меригольд? Не бойся. Я не собираюсь ее преследовать. Цирилла говорила что-нибудь? Она хотела мне что-то передать. Тебе не очень удалась роль отца. Цири опасалась тебя. Даже если она хотела бы что-то передать, не думаю, что ты хотел бы это услышать. Я понял. Если это все, то я пойду. Не все, но ты можешь идти. Ведьмак, я не хочу... Не хочу тебя больше видеть. Помощь нужна? Так мы и сами справимся. Это точно. Еще как справимся. Бочки-то доверху полные. Но сейчас мы чутка отольем. Грядут перемены. Это точно. Нильфы бегут. Оказалось, ничем-то их не возьмешь.
Вот и венцо свое бросили. Вам точно помощь не нужна? Да справимся как-нибудь. А вы куда? До корчмы надо думать? Да, но сперва мне надо кое с кем встретиться. На месте старого нильфгаардского лагеря. Бывайте. Дикой охоты был побежден, но история Цири и ее необычайного дара еще не окончилась. Благодаря помощи чародеек ведьмак установил, что Цири и Авалак находятся где-то на острове Ундвик. Геральт и Йеннефер отправились на поиски. Последние слова Иридина все-таки оказались ложью. Авалак не похищал Цири. Он лишь сопровождал ее как наставник в путешествии к порталу в башне Тор-Гвалка. Цири вошла внутрь, чтобы воспользоваться своей силой и раз и навсегда избавить существующие миры от гибели, которую нес им Белый Холод. Король Дикой Охоты был побежден, но история Цири и ее необычайного дара еще не окончилась. Благодаря помощи чародеек ведьмак установил, что Цири и Авалак находятся где-то на острове Ундвик. Геральт и Йеннефер отправились на поиски. Последние слова Иридина все-таки оказались ложью. Авалак не похищал Цири. Он лишь сопровождал ее как наставник в путешествии к порталу в башне Тор-Гвалка. Цири вошла внутрь, чтобы воспользоваться своей силой и раз и навсегда избавить существующие миры от гибели, которую нес им Белый Холод. Давай! Быстрее с колесом. Годи, плотва. Помахать ручкой Родовиду? Место силы. Отсюда изливается магия. Не торопись. Thank you.
Ладно, выходите. Ну как вы там, поплавали? А вы все про эту дырявую калошу с островов. Ваше счастье, что не захотели с нами плыть. Мы едва до берега добрались. Так она была перегружена. Вы бы все равно не уместились. И рыбьим говном провоняло. Вы украли эту лодку? Взяли взаймы. Мы же знали, что она твоя. Думаешь, мы бы другу вот так без мыла в жопу залезли? Хорошо. То есть теперь вы мне ее отдаете? Побойся богов, ведьмак. На что тебе лодка в этих зарослях? Добро. Тогда и говорить не о чем. Что вы тут делаете? По работе приехали. Знаешь, времена тяжелые. За каждую монетку приходится вкалывать. В округе понадобились геодезисты? Мы переквалифицировались. Теперь мы инвесторы. То есть? Прячьтесь! За нами пришли! А? Что происходит? Ты нас не видел? Где краснолюды? Какие краснолюды? Не играй со мной, ведьмак. Это воры. Они украли золотой кубок благородного Дагборга. Это кто такой? Новый властитель этих земель. Кубок надо найти. Говори, что знаешь, или нам придется вытянуть это силой. Краснолюдов здесь нет. Хочешь сказать, это твой лагерь? 5 кружек, 5 одеял. Это все твое? Я хочу за этими краснолюдами давно. Они опережают меня на пару дней. Лагерь они бросили в спешке. Должно быть, что-то их вспугнуло. А почему ты за ними охотишься? Меня они тоже кое-что украли. Вот деловые. Ведьмака обвести. Идем. Если ты их поймаешь. А, впрочем, завтра выступать. Спасибо тебе, ведьмак. Я с самого начала ребятам говорил, что ты нормальный мужик. И чтоб вот этой лодки у тебя не брать. Вы, кажется, решили заняться вложениями. Да, вот, вложились в движимое имущество. В нынешние времена... Каждый золотой кубок пригодится, ясен пень. Что вы с ним сделали? У нас его уже нет. Подвернулся купец, смешно его как-то звали, господин Зеркальце или как-то так, но платил как полагается. Мы бы с тобой деньгами-то поделились, но ведь ты краденого не тронешь. И очень это правильно. Если уж вы так просите, возьму я эти деньги. Друзьям ведь не отказывают. Ведьмачья этика. Тьфу, куда мир катится? Хорошо, хоть корыто это у него урвали.
Эх, гнусный же ты. Мастер Орд. Что-то его задержало. Ты опоздал. Солдаты. Перекрывают дороги, знаю. Ничего страшного. Ты принес, что я просил? Все, как договаривались. Клинок 38 дюймов с половиной. Вес неполных 40 унций. Сердечник из сидеритовой стали, окован серебром. Глифы и рунические знаки на гарде и по всей длине клинка. Красивый. Я в этом ремесле уже 30 лет. Мои товары только для лучших бойцов и фехтовальщиков. Ручаюсь, что лучшего оружия не было еще ни у одного ведьмака. Я знаю твою репутацию, мастер Орд, и не сомневаюсь. К тому же, как вы хотели надпись. Зираэль. Ласточка. Руны старшей речи. Классической. Без стилизации. Точно и просто. Можно? Он ваш. Если желаете попробовать, я велел подмастерьям поставить тренировочную куклу. Да. Вот плата. Только драгоценные камни, как просил. Если вы ищете заказов, я слышал про Стрыгу в Мариборском лесу. Благодарю. Мне сперва надо заглянуть в корчму, а позже кто знает. Удачи на пути, ведьмак! Взгляните на клинки, если желаете. Здравствуйте.
пошла. Латва, не так быстро! Отдохни. Император поведет нас прямо на Новиград. Ложь, не считай его. Не торопись. Через 2 часа выходим. Каждый, кто не будет стоять в полном снаряжении, будет считаться дезертиром. Разленились, говноеды. На немецком пивке брюхо отрастили. А я вам напомню, как марширует имперское войско. КСУЭКС. Белить придется. Собаки ненгардские. Теперь тут Тимерия, ясно? Посмотрим, надолго ли.
Чего надо? Ты только болтаешь. Я вернусь к тебе, обещаю. Да, ты бы хоть половину сделал, чего наобещал. Вернусь и заберу тебя с собой в Нильфгард. Ты должен был здесь остаться. Защитником. Отныне благородный Дагбар берет эти земли в милостивое владение. Все прочие налоговые повинности и великодушно упраздняются. Это значит, что отныне налоги платить вы будете благородному Дагбару. А благородный Дагбар — это кто же? Родич какой того прежнего помещика? Да разве ж я знаю. Привет. Отныне благородный Дагбар берет эти земли в милостивое владение. Все прочие налоговые повинности и выплаты великодушно упраздняются.